Кого вы там испугали? Смотрите, какие красивые. Девочки, какие красивые. Всем доброго времени суток, мальчики и девочки. Всем большой привет. И мы рады вновь с вами быть здесь, на этом канале. На канале, где мы поздравляем людей с днем рождения, дарим хорошее настроение и желаем всех благ. Всем, кто заходит сюда, заглядывает и смотрит за нашими политушками, за нашими попрыгушками, за нашими разбойничьими рожицами. Вот так вот. Ищите, где она? Ники, начинается, да? Всем большой привет. И с наступившими выходными всех вас. Всем пожелаем вам хорошего настроения, здорового отдыха и спокойного пребывания в этой вселенной. Ну, или же в этом мире. Ну, а пока вы будете наслаждаться и смотреть нашими вот этими всеми забегушками, попрыгушками, прятками, мы начнем поздравлять. Тем более, что у нас сегодня много-много людей, которые хотели бы услышать от нас поздравления. Да, Никуша? И начнем мы, наверное, с самых маленьких, кто у нас есть. А маленький у нас есть сегодня мальчик по имени Рэй, который проживает в Израиле. Ну, если здесь по прямой, тут недалеко, может быть, как-нибудь и в гости съездим. Рэй, поздравляем тебя с днем твоего рождения. И знаем, что ты любишь наблюдать вот за этими маленькими девчонками. И мы знаем, что тебе пожелаем. Во-первых, мы тебе пожелаем, чтобы сейчас, когда ты будешь смотреть, тебе дали какую-нибудь вкусняшку, и ты наслаждался, смотря вот этих. Чтобы тебе было вкусно, и чтобы эти маленькие девчонки подняли тебе настроение. Только у меня огромнейшая просьба, Рэй, не делай так, как они, хорошо? Не лази по окнам, не лази по дверям, по стенкам. Пока смотри, наблюдай, учись. А когда вот окрепнешь, да, когда уже будет у тебя большая сила в руках, в ногах, ну там уже можно и по деревьям полазить. А пока не стоит за ними повторять. Просто смотри и наблюдай. Давайте, девчонки, как мы репетировали сказать Рэю: Рэй, шалом! И с днем рождения тебя! Ну, да. С днем рождения тебя, Рэй. И вот такие девчонки тоже тебя поздравляют. Я надеюсь, они еще скажут, а я переведу с их языка тебе. С днем рождения. Да, подарков, чтобы много сегодня было тебе. Вот все самые такие, самые хорошие подарки, чтобы тебе принесли. Да. А также у нас сегодня, знаете, вот... Наша девочка написала нам, я имею на то полное право, по той причине, что любовь за нами уже наблюдает долгое время. И не просто наблюдает, она живет с нами. Любовь Кучковская, мы поздравляем вас с рождением вашего внука. Самому младшему ее внучку сегодня исполнилось 7 лет. Макарчик, тебе тоже пожелаем. Ты уже взрослый практически. Ты уже, наверное, в школу ходишь, а там решаешь серьезные какие-то задачи. Вот тогда тебе такая задача. Одна гамадрила плюс одна гамадрила. Сколько всего будет беспорядка в доме? Если сможешь отгадать такую загадку, напиши нам в ответе, хорошо? Если одна плюс одна, сколько убирать после них придется дом? Вот. А мы тебя поздравляем и пожелаем тебе, да, конечно же, мы тебе пожелаем, естественно, чтобы ты был здоровый, сильный, чтобы вырос настоящим богатырем, и чтобы силы в тебе, знаешь, сколько было? Столько силы было, чтобы ты был самым настоящим защитником всех окружающих. Ну и если, конечно же, в первую очередь мамы с папой, с бабушкой. И если там нас возьмешь в учет, то и вот этих тоже будешь охранять, защищать.
Да, 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 скажи, Макарчик, с днем рождения тебя. С днем рождения тебе. И также пожелаем тебе много вкусностей сегодня, чтобы тебе досталось. Чтобы ты провел красиво время с друзьями, чтобы пришло много друзей на твой день рождения. И, конечно же, хороших, красивых и нужных, самое главное, подарков. И дальше вот так мы продолжим поздравлять детей. Жанна, Жанна, которую мы совсем недавно поздравляли, она также захотела, чтобы мы поздравили ее доченьку Маринеллу. Маринелла, счастья, здоровья, любви вам. Хочу, чтобы вы почувствовали заботу вашей мамы по отношению к вам. Она написала, что у вас день рождения. Она написала, что вы очень прекрасная, прелестная доченька. Вот мы поздравляем вас. Желаем счастья, любви, здоровья, чтобы все ваши желания осуществлялись в этом мире. Чтобы вы не напридумывали себя. Вот такое нам вам поздравление. Будьте счастливы. А еще у нас у девочки, у Александры, которая, знаем, что очень сильно любит Абхазию и написала нам очень-очень давно. Но если вы думаете, что мы забыли, не переживайте, мы не забыли. Вот это, что вы сейчас видели, Александра, это было по заказу сделано, потому что знаем, что вы у нас молодая мама. Молодая мама, и по возрасту, и по возрасту ребенка мы вам пожелаем, чтобы ваши девочки вот так себя не вели. Ну, я с ними поговорил, я говорю, когда Александру будем поздравлять, вот там сделайте так, чтобы ну, ей приятно было, чтобы она увидела, что ее девочка так же не делает, и чтобы она поняла, что она прекраснейшая мама. Здоровья, здоровья вам в первую очередь. Да, чтобы каждый день он радовал вас. Тем более у вас есть чему радоваться. Такая прекрасная у вас дочурка. Мы посмотрели, просто обалдели. Девчонки сидели, пальцем тыкали туда. Вот они говорят. Вот она говорит, какая девочка должна быть, говорит. А мы не такие. И естественно, в этой девчонке столько любви, столько позитива. И я понимаю прекрасно, что это ваша заслуга, ваша забота. И папы тоже, естественно. Но мама, естественно, она больше вкладывает. А это означает, что у вас прекраснейшее сердце, правильное воспитание, и вы просто прекрасный человек. Счастья, здоровья, радости, любви и долгих-долгих лет жизни. И кто у нас остался? У нас остался сегодня юбилей. Также мы недавно поздравляли Катюшку, и она нам написала, что маме ее сегодня исполняется юбилей, целых 65 лет. Я думаю, это прекрасный возраст, когда вы можете уже насладиться жизнью, пообщаться, я не знаю, ну, на серьезные темы уже, конечно же, с дочерью. И мы вам сейчас подкинем одну серьезную тему. Пожалуйста, пообщайтесь с Катюшкой, я вас очень сильно прошу. Вот это от папы Валеры голосом за кадра и вот этих маленьких девчонок огромнейшая просьба пообщаться с ней на серьезную, знаете, какую тему? Чтобы она в нас не старалась попасть ни тапочком, ни ботинком, ничем. Хорошо? Ну, поговорите с ней, пожалуйста. А то она нам написала, говорит, можно, говорит, я вас это сделал. Ну, пожалуйста, мы вас очень сильно просим. Но это все шутка, конечно же. Катюш, мы поняли и знаем, что это все от большой любви. И все это с огромнейшим юмором и хорошим настроением. Вот, а маму мы поздравим следующими словами. Потому что мы знаем, что Катюшка подготовила для нее целое-целое стихотворение. И оно звучит так. От самого сердца, со всей теплотой, я счастьем хочу поделиться с тобой. И радости много тебе пожелать. И крепко тепло и душевно обнять. С юбилеем. Счастья, здоровья, здоровья самое главное. И долгих-долгих лет жизни. Чтобы и на следующий юбилей, и через следующий юбилей, и еще через 2 юбилея, и через 3 юбилея, и через 4, и через 5 юбилеев вы захотели услышать наше поздравление, а мы чтобы это смогли исполнить. Здоровья, счастья, любви вам. Мы еще хотели бы поздравить Владочку, дочь Светланы Хозиной. Так получилось, что мы
не знали точную дату, знали, что в апреле, а точную дату мы не знали. А теперь понимаем, что день рождения хоть и прошло, но поздравление все равно у нас к вам такое душевное, сердечное, огромнейшее осталось. Владочка, будьте счастливы. Ники, Ники, не показывай Владе, как себя плохо вести надо. Вот, Луна, не повторяй за Ники. Я тебе знаешь, что сейчас сделаю? Будет она со мной ругаться. Влада, с днем рождения вас. Счастья, здоровья, любви. Пусть мир для вас раскрасится прекрасными красками. И каждый день он для вас будет, знаете как, он для вас будет радостным. Вот, Ники! Нельзя, я тебе сказал. Пусть каждый день он будет, да, для вас красочным. И, может быть, это и запоздалое поздравление, но пусть оно тоже сделает ваш день сегодня. И будет оно прекрасным, прекрасным, прекрасным. А также всех, у кого сегодня день рождения, мы поздравляем с вашим днем рождения. Пожелаем вам счастья, здоровья, любви. Всех, у кого также сегодня именины, поздравляем вам с праздником имени вашего. И мы расскажем, что сегодня ожидать в первый день выходного. Как выше уже сказал, всем прекрасных выходных, всем хорошего-хорошего настроения. А что касается событий в сегодняшнем дне, ой, мальчики, девочки, сегодня, вы знаете, что, ну, как-то принято сегодня считать, что день рождения рок-н-ролла. Много крутых, классных групп исполняли. И также певцов, эту прекрасную музыку, под которую хотелось зажигать, танцевать. Вот сейчас бы, если бы здесь был музыка, и то, наверное, это было бы в тему, как наши девчонки танцуют этот рок-н-ролл. Вот такой сегодня прикольный день. Что еще у нас сегодня, знаете? Вот. Сегодня у нас еще международный день благодарности растениям. Вот сейчас бы хотел выйти в другую комнату, показать, сколько у нас растений. И может быть, для кого-то это не имеет никакого значения, но для многих это красота, это успокоение, это наслаждение. И это для многих, для кого-то, ну, не просто растения, да, там цветы, еще что-то, деревья также растениями, а кто-то общается с деревьями, кто-то набирает силу. Для кого-то это места силы, те же самые леса, те же самые чащи. И для кого, у кого-то есть свое особое дерево, дерево, к которому подходят, общаются. Ну вот, вот такой сегодня день. Поэтому у кого, если есть такая возможность, пообщайтесь сегодня. Вот поблагодарите растения, поблагодарите деревья, цветы. И я больше чем уверен, что они отблагодарят вас в обратно. Также сегодня день общения с духом безмятежности. И я вот думаю, что когда вы переделаете все дела, посмотрите также наш ролик, то можете отправиться куда-нибудь на природу, где вы сможете безмятежно провести время с общением, с растениями, и также насладиться пребыванием просто в тихом, спокойном состоянии. Найдите такое место. И если вы слышите, я всегда говорю о том, что мир, спокойствие на душе и также вот такое благодатное состояние, в котором может пребывать человек, оно только обогащает нас. Обогащает оно нас в любом состоянии, потому что у нас всегда есть время пообщаться с самим собой, посмотреть, что нужно, необходимо нашей душе. Насколько сильно мы, скажем так, далеко отошли от себя самого. Поэтому используйте каждую случай, используйте каждую возможность. Да? А тем более, что сегодня вот такой тоже день общения с духом безмятежности, то вы можете поймать вот этот дзен, как говорят, да, или пребывать в нирване и пообщаться с самим собой, посмотреть, что вам нужно и необходимо. От этого вы станете только лишь сильнее.
А кто не успевает сегодня поступить таким образом, потому что занимается благотворительностью и меценатством, примите от нас огромнейшую благодарность и поздравления с вашим праздником, потому что сегодня, как я выше сказал, у этих людей праздник. Сегодня день меценатства и благотворительности. И тут воспользуюсь словами из Писания, которые говорят: «Да не оскудеет рука дающего». И если многие посмотрят, многие культуры, то могут увидеть, я буду ругаться, да, то многие могут увидеть практически во всех религиях, во всех вероисповеданиях нас призывают, чтобы мы делились, чтобы мы занимались благотворительностью. Поэтому «Да не оскудеет рука ваша». Вот такие сегодня интересные дни. И давайте просто напишем, так как мы уже привыкли писать, напишем, наверное, слово «растение». Вот такое интересное слово. Я не знаю опять, что получится, но думаю, должно получиться прикольно. Поэтому пишем сегодня это прекраснейшее слово. А на этом мы с вами, скорее всего, попрощаемся. Скажем всем пока-пока. И до встречи завтра на этом месте, возможно. На этом канале 100%, а на этом месте, ну, у нас уже жара поднялась. Вот начинали съемку, солнце палило вовсю. У нас уже так, за 32, за 33 днем под солнышком переваливает. Хороший, к 35 поднимается. И находиться долго на солнце невозможно по той причине, что тут же начинаешь обгорать. Хватает короткого времени, получаса, минут 40, чтобы уже быть красным, как рак. Вот, поэтому будем стараться, конечно, выехать на природу. Там начинается уже где-то купальный сезон. Постараемся наших девчонок также затащить в бассейн. Ну, в общем, что будет, то будет. Следите, пожалуйста, за нами, а мы вас будем радовать нашими видео. И всем, кому не нравится голос папы Валеры, я вам скажу, что и голосом папы Валеры мы тоже будем вас радовать. Не переживайте, вы находитесь на канале папы Валеры в рубрике «Поздравления с днем рождения», и вы его никаким образом не замолчите. Вот как-то вот так. А если вам не нравится, то сделайте хотя бы тогда звук потише или выключите его и смотрите за девчонками, как они себя ведут. А пока всем хорошего-хорошего настроения, даже кому не нравится голос папы Валеры. Пусть вам будет просто хорошо. И всем-всем-всем пожелаем благ, удачи и наслаждения. На этом мы скажем всем пока-пока, а я пойду, наверное, разбираться с девчонками. Потому что пока я снимаю, они начинают себя плохо вести, грызть все подряд. К чему мы и готовы, но я не готов убирать за ними каждый раз. Да, девчонки? Вот сейчас кто-то у меня заработает. Никит, ты не знаешь, что это будет случайно? Вот скажи мне, пожалуйста. Почему, когда мы здесь с тобой снимали, кстати, кто не видел наш ролик, посмотрите, «Око любви», в этой рубрике «Воспитание и обучение», как она себя там ведет. А при Луне она себя совсем по-другому ведет. С Луночкой у нас пока еще не совсем получается найти общий контакт, потому что, ну, она как появилась, а сразу Ники начала обучать ее своим гамадрильским штучкам, поэтому она, начиная сейчас понимать, что от нее хотят, приобщаться к любви, к нежности, она себя ведет немножечко не так, как хотелось бы. Но все равно мы добьемся этого, чтобы она тоже у нас была порядочная и хорошая. К чему я это говорю? Потому что у нас вчера пытались снять ролик, чтобы тоже ее чуть-чуть повоспитывать. Но она у нас носилась, как ветер, как ураган. Ну а пока они заняты, мы с вами попрощаемся, дабы не мешать им шкодничать. Всем хорошего настроения. Пока-пока. До завтра. Так, быстренько идем, памперсы показываем. Да, да, иди памперс покажи мне. Молодец. Иди сюда, иди. Ники, иди памперс посмотрю я тебе. Куда ты убежал? Я посмотрел памперс? Иди сюда. Да, ты тоже. Подожди. Подожди, не буду я никому показывать. Не надо возникать, ничего тебе не делается. Так, здесь понятно, ты иди сюда. Иди, иди. Да.
Так, ну на этом точно все, пока-пока.